Поддержку мобилизованных и соблюдение их трудовых прав, а также повышение уровня доступности мер социальной поддержки членов семей участников специальной военной операции обсудили парламентарии и чиновники из разных регионов России. С 6 по 8 декабря в Федеральном собрании прошли заседания Совета законодателей страны. Спикер Севастопольского парламента возглавил комиссию по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. Сейчас в работе этого органа более 670 инициатив. Кроме того, как руководитель профильной комиссии, Владимир Немцев принял участие в заседании Президиума Совета законодателей. Там рассмотрели проекты, направленные на решение проблем некоторых регионов, у которых возникли трудности в финансовой поддержке мобилизованных из-за недостатка средств в местных бюджетах. Были выработаны и направлены принятые рекомендации правительства, в частности, проведение мониторинга по исполнению консолидированных бюджетов субъектами Российской Федерации, по исключению рисков по невыполнению социальных обязательств для маломобилизованных граждан и членов их семей. А также была принята рекомендация правительству на 2023 год увеличить дотации регионам с тем, чтобы в полном объеме были выполнены расходные обязательства. Также в рамках работы Совета законодателей рассмотрели основы духовно-нравственного развития подрастающих россиян. Так разработали рекомендации правительству страны изъять в следующие 2 года школьные учебные материалы, в которых допущены исторические неточности. Для того, чтобы подготовить учебные материалы с использованием архивных документов, чтобы больше было сведений о выдающихся личностях в истории России, о тех, кто действительно составляет гордость нашего народа, чтобы на их примерах воспитывать нашу молодежь, больше рассказывать о героях войны, героях России, героях Советского Союза, героях труда. Отметим, Совет законодателей – консультативный орган. Его учредили в 2012 году для оптимизации взаимодействия региональных парламентов с обеими палатами Федерального собрания.